Все, нет. Но... Багруха, короче. Похуй вообще. Багруху давно не видел. Смотри, блядь, просто. Сейчас, опа. Сука, опять это ОД ебаная. Ну, блядь. Смотри, Угу. багруха. Ай, блядь, пиздец, ОД дали. Сука. Камень, Околи. камень. Батя налутал тут хуйней, нахуй. А мне их 9 мешков уже. Багрух? 9 мешков просто. Ты что, копишь их, что ли? Да. Они же каждый слот занимают. Ну, 20 штук потом открою и все. И багруха выпадет. Не знаю. Так их нужно в банк положить. Цены-то падают. На шмот. Мне просто интересно, упадет или не упадет. Больше пугов. Я думаю, из 20-то стопудово упадет хотя бы 3 боешки. Не, просто багрухи мне уже 2 падало. До этого. А, то есть ты еще веслом утром, да, так? Пару ложек. Че вы там стоите, блядь? Так, ну ты, наверное, водишь, я в кукле. Я в кукле, ты водишь. Кукла это моя любимая, блядь. Так, по какой тактике мы бьем, я забыл. Миликов мало, да? Значит, у стола. Значит, играем у стола. Жуки как будто бесконечные, да? Из пола выходят, блин, тараканы, на. Все, пусть Рудружка настакает мне 80 раги. Сразу. Там 16 или столько, чем ДПС. Он бежит. Зеленого плевать, нет? У нас друид настакает, наверное. Да, конечно, плевать. Так, вот вам рыба. Бери куклу, стакай. Все, кроме хлов, жрите. Все рыбы ешьте. А, кроме, да, дружки. Пошло дело. Еще раз. Там что, омоложение, да, восстанавливает? Омоложение, буйный рост. Здорово, бандит. Здорово. Привет. Ну чё, как там Халеон у вас, 25 гер? Упал он мне. Чё выпало хоть? 2 кольца и апокалы. 2 кольца и 2 яйца. Ну давай, это... Чек на пол, блядь. Это бурсты, оставь биг дэм на этого, на слизня. На двух, когда два на переходке. Ну, знаете, сначала зеленого убиваем, потом красного. Ну давай, поехали. Поближе подходите. Понял, только рано, блядь. Ёбаный. Сейчас лужа напьется. Зеленого замедляешь, РДД к столу подходит вместе с миликами. Сейчас с лужей выходим. Вот, и готовимся к столу, подходим сюда. Чтоб зеленый в нас дольше шел. Тактика у стола называется. Вот появляется зеленый, там до переходки скоро. Подождите, зеленого давай убьем. Да, стопните, зеленого убьем, потом переведем 2%. Не бейте. Вот зеленый замедленный. Все, побежали его бить. Я стою.
Тоже помогу вам подбить. Давай, давай, переводим сейчас. Нет, там переводим. Все нормально. И все, переводим профа. Все, и прямо отсюда его начнем бить. Два слизня. Зеленого зерга, сейчас бурсты отдаем. Тебе надо истерия? Да, давай. Так, дал истерию. Нихуя, этот пидор на блядь, мне. Там гений, да, этот... бля, я забыл. Правильно, ты че? Пошел. Так, АБР там у него 50 секунд, БР. Ну добивайте, сейчас попробуем. В красного второй плевок есть? Сейчас закончится. Уже Зер... плевал же. А все, успеют, нормально. Пельмень. Все, это, 39 секунд. Ну, побьем тогда рарника БРнем. Главное больше не падать. Скоро колбы будет, смотрите, будут сидеть отсюда отводить. Все. И пельмени отходите, РДД подальше стоите, вон в шелфире. Ну, ансиста у него нету, ну ладно. Что-то колбы первый... А, вот, 3 секунды пишет. А, поставил, вот, все, отходим. Друг, заходай. Лужа немножко еще. И будет красный, по-моему. Да пей лужи, мне не нужны уже. Берегите. Пельмень летит. 100% постоянно будет. Красного свечаемся. Красный появился, миники готовим. Сейчас выберет и помогаем. Все, как отбегаешь, как красного убьете. Уходи отсюда, здесь колбы сейчас будет. 2 секунды колбы, уходи. Великий, секунда колбы и отходим к столу. Все, к столу. Реса и рарник. Ага, все. Убав по рарнику, захильте его сейчас. Ну там лужа, я в лужу не встану. Хорошо, выпей, ты станешь. Все, сейчас будет зеленый. Только не падайте никто. Подсчитывайте себя, там других шпешники. На моментах, на просадку. Все, рарника захилить быстрее. Каску, лапу, пристабав, вот тебе горн. Зеленый уже цель выбирает. Уводи. Увожу колба 3 секунды. Бейте зеленого. Еще отвожу. Пельмени. Колбу разолью. Вот колба появилась. Пока зеленого там бейте. Все, к вам подвожу. РДшники чуть дальше в центр отдадите. Пельмени 3 секунды вылетят с профа. 2 секунды пельмени. Сейчас вылетят. А вот после этой хуйни вылетят. Так, а сейчас что, красный там, да? Вот пельмени вылетели, отлетаете. Стоп по боссу. Красного убивайте и быстренько переводим. Колба 2 секунды. Красно, помогите милике быстренько, там 2%. Все, дотайте шпшники, босс обдотывает. Лок обдотывает. Сейчас здесь колба, все, колба разлилась. К столу отвожу. Нормально. Переводите босса фул ДПС. 8 секунд у вас, 1%. Все, перевели, тут же продолжим. Два слизня сначала зеленого зергаем. Это, к столу не подбегите, не к столу подбегите, не подбегайте вперед. Этот раз. Вот, все. Зергаем. Зеленого зергаем. Маленькую еще попробую допить. И второй плевок в красного оформи. Второй плевок в красного. Заход, Эйдру. Давай, допивай. И если не допивается, да и похуй. Все, плевани второй раз в него. Есть плевок? А, все, похуй, уже добили. Ну и пойдем тогда против часовой. Так, пельмень, отходите. Давайте. Что там, Геру? Не знаю, колбы или сейчас поставят, или чуть позже. В миллизоне чума, если что. Смотрим, под ноги боссу поставят, нет? Пока не ставят. Вот пишет 3 секунды. Каждый будет 3, 4 стака забирать. Он поставил. Выходим отсюда. Берегитесь. Пельмешка в РДД. Сколько стаков? Так, ну сейчас 3. 4, все, забираем. Все, там добьют. Иду в РДД чуму отнесу. Берегитесь. Там на совете шкаф ебаните. Хотя, в принципе, успею. О! Хирург. Меч. Меч надо кому-то? Мастерка. Мне давай. Холидринг? Надо трансмутить. Так. А, трансмутишь.
Это на ДД мне, на ДКшника, блядь. Бля, в принципе, 26 голды стоит. Можешь продать. Все, побежали. Осколков нету, да, я понял? Да-да-да. Не везет, короче, не падает. Пиздец, хуёвый рейд. Что, в десятке падают осколки? Да не, это шутка такая. Да, это рофли. Потом мы тролли. Саранить не падает. Так это вы на этом под это холбили? Ну вот сейчас. Ну вот только что. Ну. А покалы как никому этому? Покалы ДКшнику ушли. Я думал бублю. Не, бубль танчит. Так кто-то у нас там за Сибири сидит? Ну, корефанчик наш. Чё, и даже рекорд не забрал, или его не было? А его не было. Рекорд это рога такой? Нет, это ретрик. Ну, а Джайн ушел. Перевели до третьей фазы уже. А мы Джайну больше не били. Ее оставили, по-моему, на завтра или на послезавтра. Хорош тут выебываться, у меня ачивы линкует. Да хуйня, скоро тоже будем линковать. Маленьких пацанов соберем. На слича сегодня упал этот, блядь, прилив и тирен. У нас слича только с платформы челики падают. Вы доходите до лича, нет? Не, пока не дошли еще. Ну мы медленно доходим, пока. Там надо научить людей, что такое рейндж 8 метров на лане. Как укус передать еще, как найти челика в зале. На взлетке вайпы. Ну, блядь. А, не только. Ну, у нас по ДПСу, короче, в притирочку получается. Если мы теряем один укус, то все, мы не убиваем. И у нас пододелись, мы можем потерять и 2-3 укуса. Подбиваем. А мы нет. А что, он не сапается так же, как в 10-25-ке? Ну, тактик этот. Не тэпается. Нахуй его забанил. Может, чинили, блядь, не знаю. Он стоит. Тоха, у вас кто-нибудь посох собрал уже? Ну как, задонил, вернее. Не знаю, но сегодня вроде была речь про эту, про Джайну. То ли купить какой-то там осколок, то ли чё, я хуй знает. Ну, 6000 квесты там стоит. Ну да. Хотя я видел, там уже некоторые гильдии продают этот осколок. Ну, который за Джайна падает. Ровист узнавал 300 тысяч голды. Всего соп? Ну, этот осколок Джайна. Всего сотка? 300 тысяч. 300 тысяч. Да, тоже не. Ну да, то, по-моему, блядь, за сколько ты хочешь гадюку купить? 150. Ну, вот, привет. Какая там гадюка, блядь, ходи со осколок. Ну, я знаю, что уже троим осколки собрали, ну вот эти сколько там, 50 штук. А есть он у них или нет, я ничего не проверял. И, ну, мне нравится шемом дамаги, блядь. Не, шемом хорошо прям. Да, кому я не думаю, нравится? Еще б не нравилось ему. Прям, блядь. Прям чувствуется вот эта скорость, блядь, привезли. Чувствую себя батей, блядь. Просто готов весь инст разъебать, да, соло? Слышишь, Слава? Сейчас я поставлю двоих в одну точку, а ты килисета держи вот здесь на лестнице, на центре. А ты куда будешь? Вниз спустишь их, да? Да, вниз, там в уголок в один поставлю, и как раз надо мной будет, считай, что все эти бомбы кинетические. Угу. Кинетику. Лок. Хэлла. Я побью. Ну, убейте, короче. Если будет не справляться, так... Шелфир, помогай. Не врывайтесь, дайте поставить сначала. Братья, и уничтожьте нас.
Я заебался в это, во тьме хилить Халиона, дам пиздец. Нормально там, ну. Сколько там хп у танков у вас? Около 70. Ну чё вы, блядь, дайте бить, сука, куда он побежал, блядь, нахуй? Я сказали, дай поставить. Я иду нахуй просто, блядь, вы... Ну и давай еще нахуй в другую сторону комнаты убегай, блядь, чтоб он за тобой бежал, продолжал, блядь. Ты как баран, сука, не хуй, я там дарить не могу. Биг Дэм дамажить не может, ты чё, блядь, с пула все проебал уже. Ну я припот выпил, все выпил, блядь, стою нахуй, босс просто убежал, блядь. Хм. Не жестко. Килесит. Вихрь на мне, на нунах. Как огромный. Ну, нахер не пойду. Да, да, да тут, тут хп мало, можно пропустить. Ой, ебать. Зачем ракету кидаете сюда? Алло, нахуй. Умники, блядь. Спираль там. Аж сдохну, блядь, так. Кинетик там падает. Ракеты кидают. Все над тобой будут, да? Кинетики все надо мной почти будут. Яраска, блядь, а. Ну как бить, нахуй, там воронка, как вот его бить, блядь? Да не, это залупская тактика. Надо обычную. Обычную, как мы в 25 ебашим, да? Ну да. Да, ну она всегда так ваша. Хэлла, Хэлла, улетишь! Что бесит, я знаю. Да тут хп у босса-то не так много. Полетаешь по комнате и все. Какого бы еще бить, блять, этого босса, ну. Там побейте кинетику, меня откинуло. Стаки скидываю. Опа, я сейчас все упадет. Как это на аварию сделать, блядь. Стрелять надо с лука. Сколько стаков набирал максимально? Я 15. Я 64. Под это, под щитами, да? Ну, абсорбы, да, бегаю, абсорбы. Ну, там не сильно дамажит. Не, да это понятно. Ну, там главное, просто она же, она же бьет с каждым тиком, ну, с каждым шагом просто. Вот если ты подошел, смотришь, у тебя там, блядь, 50 стаков. Один шаг сделал, остановился. Шина килисет. Бейте там ограду, хуя добивайте. Ой, ебать, ебаное темное ядро, нахуй. Сука. Тупой шарик, нахуй. Вот, блядь, почему его таким ебланом сделали? Просто как хуйня, нахуй. Не знаю, блядь, даже, не успел. Не агро на нем набрать спокойно. Опа. Ты-ка чуть не сдох, нахуй. Латы, мастерство хоста и душегуб. Ну это я одеваю, получается, этого нахуй. ДД, блядь. ПДК, да? Ну, блядь, какого-нибудь там хуй знает, уже похуй. Так, шо это, блядь? Мастерство скорость, да? Это то, что доктор прописал, блядь. Просто капы собираю. Душа. Давай, блядь, пошли дальше. Сила, так это надо вообще? А чё фрилут не ставишь? На ФДК. МДС собирают. Чтоб там пиздить все. Вы че, блядь? Вы чата убиваете в десятке? Вообще-то это десятка. Вот на прошлой неделе почти убили там, ебать, там баг произошел, блядь. Лич просто исчез, нахуй. Так попытки кончились. Не, мы его убили, там 2% осталось, и пиздец. Ну просто съебал, сказал, нахуй надо, блядь. Дураков этих еще, блядь. Не, мы пока осваивали лича, ебать, мы там вообще вайпались. Летали, блядь, чему кто-нибудь не вынесет, там ловушки взорвется. Там еще что-нибудь, обдуха взорвется, там вальку не продамажит. А сейчас вроде это.
Народ, это жестко, ну надо, понятно, надо привыкнуть. Но... Народ сыгрался, привык, да, уже все на ловушке. Ловушки уже как бы похуй, никто не взрывает. Там чумой все правильно выносит. Проблем нет. Единственное, валькиры, да, могут на второй фазе выносить. Из-за того, что когда, короче, вешается одновременно осквернение валькира, когда люди разбегаются, слишком далеко убегают, и их хватает, и, короче, только в этот момент валькир выносит. Ну, так, вроде ничего. Ну, сегодня мы лича, получается, со второго пула убили. Первый у нас валькиры унесли, короче, и осквернение там разлилось. Короче, одновременно на чувака валькира вешается и осквернение. И под валькирой вешается осквернение, и там хуево гора миликов бьет ее. Сейчас не войд, а то он нам ГП начнет начислять за все подряд. То, что мы еще до туда не дошли. А не, сыграетесь. Дамаг повысите, сыграетесь. А тут в людях дело, а не с играми, что людей нет. Менять некогда. Он чел захотел, не пришел, его не так же. Но, леди, с первого трая валите. Да мы всех с первого трая валим. Да, леди, там не убить просто. За исключением профессора. Бывает трак был на профессоре, и все, остальных всех отравим. Синдрагоса, там, леди, Ланатин, ну похуй. Ничего объяснять не буду, вы все знаете, да? Ну, на себя пристынь. Че, в одном кемпе будем стоять или нет? А что как вы пьете? Да, давай в третьего хила, что хуй знает. Да и на Вальке надо будет, и на Синдре дальше, а вот на Личе хуй знает. Да, пускай лучше хил нахуй, пизду, ДПС хватит. На Личе в два хила. Че так быстро пожрался? А, ты еще не спекнулся? Или ты шмот не поменял? Че, на первого езда массакру. Хела, ты спекнулся в этом? В хила надо? Да. Хорошо, сейчас быстренько. Не знаю, почему друль вот это у тебя не взято. Благоволение, блять. Сколько у тебя хосты там? Это же заебись, топовая хуйня. Я же силовая крыса. А, ловкость. А, какой-то на секунду. Ну, она... на теле мы раскусываем самых топовых ДПС. Ну, кто топовый. Нет, да это понятно, что надо топчиков кусать, чтобы успеть все нормально. У меня с вами нету. Ну да, топы вредно кусать, а он в тенях умирает, укусы не передает. Блять, один раз не передал, ты всегда будешь вспоминать. И в тенях один раз сэмер был. Истерию надо? Нет, попозже сейчас кончится, это моя уже даже. Скажешь, короче. Через 8 секунд. Давай, стери. Уже, да? Хуя, у вас вар дамажит нормально так. Под укусом. Так шемом, блядь. Это наш бисовый вар. Нина! Ну и притона не проебить. Ну там тени задевает, наверное. Чё, кого укусишь? Ну, шалфера, наверное. Чарж по красоте. А, сейчас за тебя стою.
Ну я вижу, а? Блядь, я тут хотел бы по красоте, нахуй, он сзади меня стоит. Надо было по красоте, надо было в ПС. Ёбана, урод. Что это за лужа, ебать? Ну я кусал, я не сразу же тени кинул. Да смотрите подальше от неё, бегите на взлётке. Да блять. 10 секунд тени будет, и они после них фир. С диспульки, с челика. Это дарар не кусай, я АПС выкушу. Угу. Кто гимн сдает сейчас? Шелфир, вот у тебя антифир должен быть. Ну ты давай. Я сейчас выношу, подожди. Давай ты дашь. Шектор... Этот... А, тут холидрин, давай. Не подходите к хилу. Укусы был, да? Ну да. Там 15 секунд еще до укуса. Блять, быстрее, ну. Я встану. Вставалку юзай, захильте его сразу. Чем ты мгновенным шоком дай. Пэса бежит. Так, Пэса бежит. Ну ставь тотем. Шалфир дай. Да, но ты же рядом со мной, да? Дай на ману. Ну и давайте, Геро. Стерею через 3 секунды скинешь. От КД шла сегодня, что-то я не вижу, блин. У ней должна уже. Хэлла. Не, еще нет. Еще немножко. А тут буквально, может, секунд 10-15. Короче, когда далеко стоишь, она тебя не обстреливает. Буду здесь стоять и хилить. Секунд 5, наверное, еще. Все, дал теперь. Ну, мужика, блядь. А нет, все равно попал один раз. Собака. О, кольцо. О, ебать. Кому надо кольцо это? На кота тебе надо, друид? На замирай. На кота скорость не нужна, говорят. А, ну, да, там РПБ надо. Энху какому-нибудь там, ну, или этому. Ну, Хэлла тогда. Или Ретрику, хуй знает, не знаю. Ретрику, ну, можно, в принципе. Жезл. Кому-то надо. Жезл с духом. Надо седьмое, значит, нет. Жезл кому надо? Да. С духом и критом. А ПС не можешь. Так, тебе так, нет, ты жезл не можешь. Так. ДС кому надо? А, это я пошутил, блин. Мои шуточки. Так, Хэлла, ну это тебе на НХ, короче. Этот, как он называется? Бля, у меня уже 5 штук лежит в банке. Ну продашь там за 5 минут. Ладно. А что, интересно, можно ее... А, все равно же надо менять, да, за УД покупать. Угу. Так, что это, 1.5 часа чалимся тут, да? Ой, блядь, забыл спекнуться. А какой у вас прогресс 25 км? 8. Ну эти только квартальные. Короче, пока не даются. Основные квартальные, да, не даются. Синдра, Пролф, Лань. Ну, Синдро даже еще не пробовал убить. Мы не пробовали никого, кроме Ланы.
Думали там заебись, такие типы, блядь, сейчас как укусы передадут, блядь, ебать. Но оказывается, укусы передать не могут. Ничего, поучимся. Оно как-то, сука, вот, блядь, первый раз убиваешь, ну, кажется, что, сука, вообще невозможно убить, нахуй. Потом приходишь через месяц, нахуй, уже нихуя, все, все люди все делают, все убивают, блядь. Как будто так и должно быть, блядь. Вообще прям даже не верится, нахуй. Всегда так, на освоении всегда. Да. Просто челики, которые 15 лет играют, ну, говорят, ебать, хули мы тут всех вагоним, блядь. А челики, которые там первый раз сидят, молчат, нахуй. Лишь бы их не кикнули, не въебали ГП, блядь, трясутся, блядь. И идут обкашить, больше не играют. Куда два носка пропал? А хуй знает. Это надо у Синтека спрашивать. Ну, косящий чумак, блядь. Ну заебись, челик играет, ну. Прям косячит частенько. Чаще меня, блядь. Ну, блядь, плюс-минус равны. Ну... Он получше, ну, большинства ну, играет. Нормально Мак, играет. Как он сам по себе класс сложнее для своего, чем, блядь, таких, чем разбойник, наверное. Хотя, хуй знает. Просто мага дохуя кнопок, которые тебе, блядь, не дают умереть, нахуй. Ну, их надо жать просто. Ну, их много, конечно. А сколько у вас локи под укусами ебашит? Бля, да я не смотрю, сколько они там хуяли. 1040. Не, у нас локи не топовые ДПСеры. У нас там... топовые спресты. У нас спресты заебись дамажат. Ну, переапанные, блять. Ну, типа... Нет. Мы имеем анхоли ДК одного, ну для бафа престов, там 3-4, по-моему, 4 ШП. Ну они, короче, и локи. Лок у нас, по-моему, вообще один ходит или два максимум. То есть один, блядь, Дестер, второй демо. Так. Я вот все жду, пока апнут наших шаманов, элимов. Они пока нахуй не апают, они только, блядь, всех нервов нахуй заебали. Ну, блядь. Не будут тапать, их будут реворкать полностью. Там по прям по 4 переделывать, да? Менять. Да. Поэтому опять их не пробуют. Опять к ротации привыкать, короче. Надо собирать, значит, и 4, да? Можно два раза переделывали. Там я на форуме читал, что у них какие-то элементали будут выбегать. Не, элементали там раньше были. Там с тотемом, типа, элементали огня. А, был этот, как, типа... А, подожди, или это ТТГшная чарка была? ТТГшная была. Да, ТТГшная. А в Т5 нормально, да, Элем дамажит? Да. Там какие-то землетрясения появляются. Какая-то лужа там была. А, ну, землетрясение, как начиная, короче, с катаклизма, да, уже? Ой, это ХЗ. Это массовка, да, короче. Да, там была у них. Короче, блядь, Шектор с друидом полетаете. Ты друид за Шектором. А я похилю, да? Ты, да, соло похилишь. Это Шектор, помнишь, да, там миллион стаков не копи, друид. Ты тоже там за заход, за одни порталы там, ну, 3 стака, 4 копии, ты подход его этого, как он называется, хапала, чтобы он не сдох. Вот, и еще босса подхилил. Короче, сразу притон СС по Шектору дай. Я слева, ты справа. Давай с моей стороны, кто там? По часовой поедем сразу. Слева и кругали. А че у нас ДДшников сколько? Короче, вон 2 милика, рарник с бигдевом справа бейте, а РДДшники бейте со стороны Войда. Если там у меня быстрее убьете, то справа помогайте. До 30 там двух можешь набрать.
погнали. Suppressors spawned. ПДшники, бейте слева подавление. Насилуют, убивают. Помогите. Блять. Берегитесь. Костя, далеко не уходи. Мне потому что обоих хилить, ну, из двух сторон. Ну, поближе подпускай трэш сюда. Подавление ебаните. Свечка. Справа свечка. Сейчас аккуратнее полетим. Давление справа. Геру крыль. Да уже не надо. Я излечилась. Изера, даруй мне силу покончить. Сейчас пока трэш будем чистить. Откатит. 110, пах. Тоже неплохо. Бычье сердце. А это кому мастерки не хватает? Надо кому-то. Какой посох? И сердце он занес, то гору лучше взять, там три дырки. Если сердце тебе не нужно, я его заберу. Возьму тогда. Бля. Вот тебе нужно, да, нам? Ну да, третья окей, дырка. Окей. Побольше стама. Ну ты можешь меч кому-то отдать, кто носит. Да, мне давай. Там же еще когда не прошло. На передачу. А не, тут меткости дохуя, не, меч тоже. Синдром, ты здесь, там синдром друиды, ему нельзя лидера. Все собрал, и то это.
Ну так ебать, да. Нихуя, у меня меткости, считай, этот. Значит, давай обучай сердце. Да, мне так, а там дырка третья. Мастерства не хватает. Ты определись, две все равно не наденешь. Тебе точно надо на ретрик обучай сердце? А что оно там без арка? Я бы взял мастерство. Это херня полная. А, ну с критом. Брарник, а крит как ты набрал мастерство себе, какими вещами? Там три шмотки собирает. Потом да. Что? Штаны у меня, пояс. Пояс штаны, ну, штаны, пояс и шея с острова, и все. Тебе да, мастерки, хватает, блядь. Это, да. Ну, блин, у меня пояс. У меня 29 сейчас даже перекап. У меня 31. Okay. А, не, еще, а еще с этим же. 39 у меня перекап, короче. Ну ты со ты символом бегаешь, да? Символ? Вот с этим, который на мастерстве. Да, нужно символ убрать, печать порчи можно убрать. А, окей. Okay. Чё притон стоит? Сейчас опять забагает. Инвиз жми, инвиз. Правило надо вести от Найт Эльфик, не берем рейд. Сейчас еще мелких пачек. Чего возвращайтесь? Войт сразу определил, кто в гильдии хозяин с больших букв. Это капс у меня, блять. Ку. Захват рун на капс, блять. Ой, блять. Что, последний трэш открывается? Че, неужели? Так, а холидринг ты прошаришь, протанчить наличие это ширкарей? А помочь? А не, надо раз потанчить. Тут раз жирарник у нас танчит. Что? Игра не закончилась. При этом, блин, нихуя толкового не выпадает, блин. Где мои бляшки? Две пухи только спиздил, а так нихуя толкового. Две пухи, три ТС и выдал.
Так а носить будет кто-то меч этот? Вот именно носить, а не трансмог там? Нет, вот тут такие. Кабы подбить нормально. Да у тебя вообще воятель герб, блядь. Воятель заебись, да? Угу. Да глоры герб. Да, вот. А, вообще ты сделал. Ходки накидал, наверное. Глогер — это миф. Я бы хотел себе этот там какое-то цветение еще взяли. Везде хуяк. Теперь у нас будет орарник буря. Залетел, бурю дал и упал. Не, я не бурю дал, я гнев небес, но они меня вперед ударили. Десятки не так лагаются, прям их даже бить надо. Да, да, нормально все. Так у вас по сотке никто не ДПС сейчас на них. Ну да. А там криво поспулили. Спулил я. Вара, видишь, что вара, блядь, это я максимум 5 целей цепляю. 6. Одной способностью. До 4 противников в радиусе 8 метров. До 4. Автоатака, еще 4 цели. И клиф. Это уже что, одним мечом одного бьет, другим другого? Ну, блядь, и клиф троих цепляет только. То есть один 4, другой 3. Он, наверное, имеет в виду, ты с одной руки кливаешь троих слева, а я с другой троих справа. И с другой руки четверых кливаю, нахуй. И потом еще с другой способности, блядь. А потом еще с инженерки бомбу кидаешь по всем, блядь. И пиздец. Это вообще, нахуй, машина. Вот у Буша там нету, нахуй, там он по всем хуячит. Че, будет работать мелкого, нет? Нахуй, скажи, зачем вот они на этих драконах сделали так, что на них не вешаются ни доты, блять, ни кровотечение, ни болезнь. Зачем? Ну, типа, кости мертвые они. Какие кровотечения? Логично. То есть синдра живая, блять, да? Синдра поживее, блять, будет. Короче, он просто не болеет, нахуй не истекает кровью. Ну, твой здоровый дракон, блядь. Не пил, не курил, короче, и здоровый образ жизни. Да? И сексом не занимался. А помер, да. Все. И помер, блядь. У них нет своей нефти. У кого? Что? Сука. Интересно, блять, расскажите про нет, чё там? Да, чё там такое? Чё там с нефтью? Чё говорите? Я говорю, чё там с нефтью? Да, там вопрос просто задали про нефть, типа. Почему, типа, они покупают? А я сказал, что нет у них своей. Вот и покупают. Америка? Да, все, у кого нету. Почему, у американцев есть нефть? Не, у них есть, у них газ. Так они ее покупают, блядь. Конечно, есть. Спиздили нефть. Ну да, кстати, у них есть нефть, потому что они купили, да. Или спиздили. Или и то, и спиздили, и купили. Недавно смотрел флаги Африки, блядь, там пиздец. Там чё, половина американских, половина... А, зайдите, вы всё умрёте. А, похуй. Голубцы, зачем вернуть? Так, чё, в 3 хила, в 2 хила? Так, давай курнём 3 минуты. Ну давай, похуй, покурим. Чё, в 3 или в 2? Не услышал. В 3. Ага, понял. В 2 мы обрыгаемся.
Две освобожденки будет, нахуй. И GG. И GG, да.